Девочки, всем привет! Всем хорошего дня! С вами Виктория, вы на канале у Витяны. Меня зовут Виктория, я из Украины, живу в Германии. На данный момент нахожусь в Украине. Девчата, сегодня решила снять такое видео. Вот у меня вот такая вот корзиночка, посмотрите. Ароматы, да, которые я привезла с собой в Украину. Ну, кое-что сюда, конечно, не влезло, я еще отдельно, но, в общем... Прежде всего, хочу показать вам букет, который мне сегодня подарил мой сын. Такая красивая корзинка, прям вообще такие цветы красивые. Боже, посмотрите, просто наслаждение для глаз. Я прям на этот цвет, прям под мою сумку, я прям перешла на этот цвет вообще. Purple сиреневый, очень красивый. Такие вот тут цветочки. Просто шикарный букет. Спасибо ребенку моему. Так, девчата, ну что ж, давайте начнем, да? Какие ароматы я привезла с собой? Так, давайте начнем с вот такого вот парфюмчика. Табака ваниль Tom Ford. Прекрасный аромат, который я очень люблю носить осенью, летом, весной, в любое время года. Ну, мне кажется, зимой меньше всего я его носила. И вот я как-то чаще его осень, когда листья такие желтые, весной мне очень нравится. И летом, когда жарко, когда тепло. Безумно красивый аромат, табачный, ванильный, такой с сухофруктами, напоминающий немножечко узвар. Безумной красоты, аромат очень стойкий, очень такой, очень его люблю. Так, давайте буду ставить, да, или ложить, вот ставить буду вот сюда. Так, следующий аромат тоже, да, который я с собой взяла. И, кстати, мне кажется, что его и бакару я больше всего, чаще всего носила. Better Peach. Вот я сейчас его взяла в руку, крышечка у меня немножко открылась. Как он пахнет? Он просто пахнет на... Я когда открываю тумбочку, где стоят мои парфюмы, девчата, вот эта штука, она так пахнет, он настолько... стал такой дымный, такой горько-сладко, какой-то ликерно-ванильный. Боже, это очень красиво. Поначалу, первый раз, когда я носила первый, второй, мне казалось, что он сладкий, что он такой какой-то ванильный, что он немножечко напоминающий напиток Бейлис. Но поносив его, я поняла, что в этом аромате Tom Ford он как будто бы смешал три других парфюма. Здесь есть отголоски ваниль фаталь, здесь есть отголоски табак ваниль, и здесь есть отголоски черной орхидеи. То есть аромат настолько красивый, вообще безумно стойкий аромат, безумно. Вот я его в Карпаты с собой брала, когда отдыхала, очень красивый. Вот. Дальше, девчата, что мы еще носили? Мы еще носили вот такой вот парфюм Джейпур Бошерон, букет, да, букетик, прекрасный аромат, аромат чистой рубашки, аромат груши сладкой такой, аромат кристальный, звонкий, немножко с яблочком, с грушей, с цветами, с белыми цветами, очень красивый, очень такой чистый, тоже носила несколько раз, вообще прекрасный аромат. Вот он, может быть, и не станет, я его вот так вот немножечко положу. Дальше, девчата, вот такой вот, конечно же, куда без него, да, Бакара Руж. А вот посмотрите, сколько я относила. Это вообще, он так, он меня пошел, мне сделали комплимент два раза в этом парфюме. Отмечали, что пахнет сладкими какими-то конфетами. Безумной красоты аромат, вот, видно потом, как я его носила. Вот, обожаю сладкие конфеты, клубника с сахаром, варенье такое клубничное, бабушка, начало 2000-х, воспоминания туда-обратно, в общем-то, красота нереальная. Вот, так, дальше, что у меня еще есть, что у меня еще есть? У меня здесь в корзинке есть еще вот такой вот парфюм Lancôme, это бутиковая линейка, аромат называется вот Parfait de Rose. Ну, это, кстати, сейчас вот я вам, давайте вот я вот так вот положу, потому что сейчас буду рассказывать. Вы знаете, девчата, вот этот вот аромат Lancôme, он мне очень похож с одним с другим ароматом. Чем? Похож звучанием сладкой, такой медовой, древесной розы, немножко с удом. Мне кажется, что уд присутствует. Я не помню пирамиду данного аромата, но мне кажется, что здесь есть все-таки...
Ут, не знаю почему. Очень сладкая роза, такая концентрированная, такая насыщенная. Аромат немножко напоминает парфюмы восточные. Откуда-то вот оттуда, где я жила когда-то раньше, в Омане. Мне кажется, там такое носили и до сих пор носят. Что так пахнут арабские женщины, арабский мир. В общем-то, посмотрите, шикарный флакон. А вот такой вот аромат. Прекрасный, красивый, коньячный какой-то такой. Цвет коньяка, цвет виски. Безумно красивый. Тоже этот аромат, вот так вот снимаете крышку. И вот я его слышу прям. Он очень концентрированный, он очень яркий, он очень красивый, он очень такой богатый, очень долго сидящий на коже. Это аромат, который будет на вас, мне кажется, сутки. Просто несмываемый. Вот. И что я хотела сказать, да, к чему я это все клонила, что мне этот аромат очень напоминал что-то. И когда я уже потом достала его и вспомнила, вот, посмотрите. Значит, мне сын, да, когда я приехала, подарил вот парфюм Александр Джеймс, как он называется, Ирис Вайолет, по-моему, да. Вот такая вот красивый флакон. Цвета такого фиолетового, насыщенного, да, лавандового. Как свадьба была у моей сестры в таком лавандовом стиле. Безумной красоты флакон, безумной красоты парфюм, безумно стойкий, девчата, это тоже. Мне кажется, что это чем-то мне что-то напоминает манталь, но манталь они все-таки еще, по-моему, погромче как-то, да. А вот это все-таки немножечко помягче, я бы сказала. Здесь ут не так кричит, здесь роза не так кричит, то есть все-таки аромат немножечко, кожа здесь есть, она немножко успокаивает все вот эти вот эту сладкую удовую розу. А мне кажется, что кожа, вот кашемир немножечко приглушает, я бы сказала. Но вот мне вот эти вот два парфюма, Ланком и вот этот вот, они мне чем-то похожи, наверное, за счет вот этой вот медовой розы. Ну, мне так кажется, потому что здесь роза очень такая сладкая, медовая, как будто удовая. И здесь роза очень сладкая, очень такая медовая, очень вкусная. То есть есть между ними что-то. Я вот даже сегодня специально, я сегодня была в этом парфюме и нанесла, когда пришла, нанесла на руку Ланком, чтобы сравнить. И вы знаете, вот есть между ними что-то общее. Все-таки вот, ну, не зря вот я обнаружила между ними какое-то сходство. Что-то есть. Так, вот это девчата, нет, вот это я не привезла, это мне сын купил. Вот это вот все я привезла. Еще один парфюм я привезла с собой. Вот он. Вот он, вот он, вот он, Киллиан, девочку. Good Girl Gonna Bed by Киллиан, да? Вы помните, я вам рассказывала историю, как у меня разбилась девочка от Киллиан, просто горлышко разбилось, там есть у меня видео, я показывала, и я потом купила еще одну. Этот аромат был свадебным ароматом моей сестры. Вот она была в нем на свадьбе, он ей очень понравился. Ну и мне кажется, очень красиво сочетался он с моей сестрой, со свадебным платьем, с красивыми босоножками в камнях. Вот, то есть он такой белый, он такой нежный, чистый, какой-то невинный, но он немножечко и такой аромат чертовки. Да, не зря он называется «Хорошая девочка становится плохой», потому что поначалу он такой какой-то сладкий, белоцветочный, со смантусом, немножко абрикосовый, а потом парфюм просто меняется. Вот на протяжении какого-то времени, там проходит 2-3 часа, и он немножечко играет, он встает более каким диким, я сказала на Нифу сестре, говорю, он какой-то дикий. Реально, он с белых красивых цветов, он превращается для меня в какую-то курагу, понимаете? То есть и вот это вот то, что я называю, что парфюм с хорошей девочки стоит плохом. То есть сначала такая невеста в свадебном красивом платье, вся такая нежная, летает, танцует, а потом вечером, когда она снимает с себя это платье, надевает какое-то шикарное нижнее белье и превращается в такую дикую тигрицу. Вот, собственно, вот парфюм просто красиво сочетался с моей сестрой. Даже когда фотографы фотографировали, они фотографировали ее с этим ароматом, когда она душилась, потому что это было очень красиво. Сделали нам комплимент тоже. Я тоже была в нем на свадьбе у сестры. Сделали нам комплимент, сказать, что очень красивый парфюм. Вот.
Поэтому я его вот положила в коробочку, стараюсь уже хранить в коробочке, вообще его не вытаскивать, не носить с собой ни в сумочке, нигде, просто в коробочке подушилась и в коробочке, потому что после той истории, как у меня разбился флакон, я уже боюсь. Вот такие вот, девчата, парфюмы я вам показала, которые я с собой привезла в Украину. Надеюсь, вам понравилось такого рода видео. Буду рада обсудить с вами в комментариях. С вами была Виктория. Всем спасибо большое за просмотр, за подписку. Ставьте лайки, пишите комментарии, обсудим. Как вы считаете, мы сделали правильно, что выбрали ароматом свадьбы, свадебным ароматом Киллиан? Потому что сестра очень долго выбирала, на самом деле, между Бакарой и Киллианом. И все-таки, видимо, белый флакон взял свое, как говорится, да? Все, девочки, я всех целую, всем говорю пока, всем хороших выходных. С вами была Виктория, пока-пока.